Верхневолжье стартовала неделя предпринимательства, в рамках которой состоится серия бесплатных образовательных мероприятий для представителей малого и среднего бизнеса. Местом проведения по традиции стал центр «Мой бизнес» Тверской области. О том, что ожидает участников программы, в материале нашего корреспондента. Ангелина Мирон – индивидуальный предприниматель. Девушка создала в Твери частную онлайн-школу. Уклон в учебном заведении в основном на языке, однако существуют и другие образовательные программы. В нашей онлайн-школе порядка 100 учеников, 10 преподавателей. Мы открылись только в сентябре прошлого года, и на данный момент у нас занимаются студенты как из Твери, так и из ближайших городов – Санкт-Петербург, Москва. Чтобы повысить свой уровень профессионализма, Ангелина решила принять участие в неделе предпринимательства. Она стартовала в центре «Мой бизнес» Тверской области и приурочена ко Дню российского предпринимательства, который отмечается в нашей стране 26 мая. На протяжении 7 дней для начинающих и опытных бизнесменов Верхневолжья будут выступать спикеры разного калибра и специализации. У нас с 24 по 28 мероприятие, аж целых 9 мероприятий в центре «Мой бизнес», как для экспортеров, так и для предприятий, находящихся уже на зрелой стадии развития. Открыл образовательную программу в понедельник, 24 мая, семинар «Все, что нужно знать самозанятым». Федеральный бизнес-тренер, автор нескольких книг о развитии своего дела Анна Бочарова, рассказала бизнесменам Верхневолжья о тонкостях работы с налогом на профессиональный доход и разобрала проекты участников лекции. Самое главное – это первый шаг в предпринимательстве. Поэтому первое, с чего мы начинаем обучение самозанятых – это с ответственности. И мы говорим о том, что если вы хотите начать свой путь в бизнесе, самое ценное – это дело. Деловая репутация. Поэтому соблюдение требований законодательства, работа с документами, финансовая дисциплина – это первый вклад в будущий успех. Ключевым днем образовательной недели станет 28 мая. В центре «Мой бизнес» в течение дня пройдет множество мастер-классов, в частности бизнес-зарядка и квиз по предпринимательству. Участники смогут не только получить конкретные инструменты для работы, но и познакомиться друг с другом в непринужденной обстановке. Завершит неделю предпринимательства лекция Дмитрия Кота, одного из самых известных копирайтеров России и автора нескольких книг. Добавим, что участие во всех мероприятиях бесплатное, необходимо только зарегистрироваться на сайте «Мой бизнес». Там же можно узнать подробности о неделе предпринимательства в Тверской области. Кроме того, сделать это можно, посетив центр «Мой бизнес» по адресу проспект Победы, 14.